Здравствуйте, уважаемые зрители канала Tactic Media. Сейчас мы начинаем неожиданно, но тем не менее вполне ожидаемо ввиду того, что 40 лет назад в Южной Атлантике разразился самый крупный конфликт на море со времен Второй мировой войны, и таковым он остается по сей день, когда столкнулись Великобритания и Аргентина в сражении за Фолклендские острова. И сегодня гость студии Илья Александрович Крамник, человек непростой судьбы, который занимался очень многими вопросами. Сейчас, насколько я помню, работает в научной сфере. И он нам расскажет, как развивался этот конфликт по источникам разным обеих сторон. Военно-морская компонента, я думаю, и сухопутную мы, и политику. Одним словом, это очень показательный конфликт с точки зрения того, как все происходит в современном мире, пост-ялтинском. Да. Добрый день. Добрый вечер.